Вот, вот так я нахожусь, вот в таком куртке. Одел. Потому что когда утром вышел, очень холодно было. Сейчас все нормально, вроде нормально. Солнечко, вот солнечко светит, но все равно ветрочек тоже есть. Так вот, так вот. Вот. Казахстан, вот там дальше прямо идешь в Шымкент. Конечно, не пешком, но в машине. Машина даже в прошлый раз, когда пошел, полтора часа был. Лошадки ваши. Вот лошадки. Правда, они грязные, слышат страшно. Но нигде спят. Помыть их бы помешалось, но не мои. Только могу сказать все. Вот так вот. 300 метров.